Многие профессии со временем становятся в некотором смысле рутиной. Однако только не парикмахерское дело. Каждый день и даже каждый час мастер, умело покоряющий непослушные пряди, выдумывает новые и самые неожиданные образы. Ведь современный парикмахер не рядовой цирюльник, стригущий под шаблоны, а истинный представитель искусства. И от того, насколько виртуозно он владеет расческой и ножницами, насколько быстро он видит стиль и амплуа, зависит не только репутация салона, но и самое главное – внутреннее настроение клиента, его удовлетворение собой и своим новым имиджем. Наверное, поэтому сегодня в учреждениях, где получают эту креативную профессию, молодых специалистов с первых месяцев обучения стараются нацелить на участие в разного рода форумах и фестивалях, чтобы уже сейчас они учились совершенствоваться вместе с быстро меняющимся временем. Конкурс профмастерства – один из них. Мы хотим отобрать сегодня лучшего мастера будущего для того, чтобы она представила, участвовала сначала в республиканском конкурсе в рамках WorldSkills 2017 уже будет. Ну и потом вдруг победит и будет участвовать в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах, где состоится в 2017 году чемпионат мира по профессиональному мастерству. Девушкам предстояло показать свои возможности в трех номинациях. Женская прическа «Авангард» на коротких волосах, образ невесты на длинных и мужская стрижка. На выполнение каждого задания конкурсанткам давалось ограниченное количество времени. Члены жюри, а в их числе уже дипломированные специалисты, победители разного рода международных состязаний, пристально наблюдали за работой каждой, стараясь в первую очередь рассмотреть уровень подготовки и навыки работы в определенных техниках. Когда ты хочешь сделать хороший результат, да, показать лучше, чем у кого-то другого, ты стараешься, ну, без этого никак, без стимула какого-то, да, без борьбы. Представительница Брестского колледжа сферы обслуживания Надежда Каштылян получить профессию парикмахера пришла осознанно. Мечтая достичь профессионального уровня таких талантливых международных мастеров, как Тевор Сорби и Джон Фрида. Еще учась в школе, Наде нравилось создавать интересные, в некотором роде даже экстравагантные образы для своих подруг и одноклассниц. Сегодня на конкурсе она предлагает довольно смелое и креативное решение. Участие в конкурсе, потому что мне это нравится. Получается, стараюсь. У меня будет вот красивая девочка, невеста, на прическу новобрачную. Будет очень красивая прическа. Вот. Девочка симпатичная, прическа хорошая. Вот. Романтическая довольно-таки. Кстати, именно Надежда Каштылян стала победительницей областного этапа конкурса профмастерства. Уже совсем скоро ее ожидает участие в республиканском конкурсе, где будут разыграны путевки на участие в международных фестивалях парикмахерского искусства.